Добрый день, сегодня 31 мая, день рождения Рустама Расимовича Ахметзянова. Рустам Расимович очень успешный и хороший человек. Он в этой жизни показал мне те высоты, которые может достигнуть человек. И это его успех. Он дал мне возможность быть руководителем большой компании. Это достичь высоты, как пик этой скульптуры, где находится кончик сабли. Он сказал: посмотри, какая высота и сколько ответственности. Рустам Расимович, я вас очень уважаю. В честь вашего дня рождения пришел к великой статуе. И отсюда вас поздравляю с вашим днем рождения. Желаю вам наикрепчайшего здоровья, успехов, благополучия. Вас благодарю за ту возможность, которую вы мне дали в этой жизни. Это самая большая возможность, которую пока я прошел в этой жизни. Еще раз вам громаднейшая благодарность, крепчайшего здоровья, успеха и благополучия. С уважением к вам, Абдулла, в честь вашего дня рождения. Всего доброго.